несчастных, больных, одиноких, сколько смирившихся с долей такой. Да, говорят, посещают немногих радость, здоровье, любовь и покой. То родовое проклятие, люди так объясняют, уверены в том, что его действие было и будет в этом роду, и сейчас, и потом. Бесы и демоны крепко вцепились в душу, не слышащую зов Христа. Это мой крест, мысли прочно внедрились, и человек верит в тяжесть креста. Любящим Господа Бога всем сердцем, заповедь чтущим, оставившим грех, благословений ворота, не дверцу, Бог открывает и милует тех. Бог отлагает то зло, что помыслил сделать народу неверному, но если народ свои мысли очистит, сбросит греха и неверия ярмо, если потомки отцов нечестивых, блудных, потерянных дев, матерей к Богу вернутся из стана строптивых, пурпурный грех станет снега белей. Жертвой Христа и Иисуса возможно темные силы в роду победить. Власть потеряв, сатана непреложно сгинет, не сможет себя утвердить. Люди, очнитесь, вы Божье творение! Дьяволу жизни не дайте сгубить. Бог предлагает любовь и прощение, чтобы и вам, и наследникам жить. Аминь.